Мне выдалась такая возможность рассказать о презентации, о компании, о бизнес-встрече. Вот. Меня зовут Алина, мне 36 лет, я с города Астрахани, мастер в квалификации. В компанию я пришла почти год назад. Пришла через продукт, но пришла на деньги. Потому что до Greenway у меня была очень, как сказать, тяжелая финансовая ситуация. На тот момент мы с мужем купили квартиру. До этого мы с ним 11 лет жили на квартире. И когда мы уже приобрели эту квартиру, у меня в голове такое осознание пришло, что на какие деньги мне делать ремонт, на какие деньги мне покупать мебель. И тогда я поняла, что я очень медленно двигалась к финансовой свободе, но всегда понимала, что мне нужен пассивный доход. Пассивный доход – это подразумевает того, что вы не работаете, а деньги идут, деньги приходят сами. Для этого нужно очень хорошо поработать много лет, создать такой бизнес, чтобы действительно деньги работали на вас, а не вы на деньги. На протяжении многих лет, почти 10 лет, я открывала разные виды бизнеса. И везде у меня не получалось это, потому что, когда я открывала, мне казалось, что вот я сейчас открою, и этот бизнес пойдет. На самом деле это не так. Чтобы открыть бизнес, нужны большие деньги, нужны большие вложения, нужно большое терпение, нужны знания в этой сфере. Вот. Сейчас скажу, первый бизнес, который мы открыли с мужем, это была первая парикмахерская, которая проработала 2 недели. За 2 недели у нас был только один клиент. И тогда муж принял решение, сказал, что все, закрываем. Я его как бы послушала, но мы до этого потратили, ну, тоже деньги на открытие. Мне, конечно, было очень жалко, но понимала, что в перспективе я не окуплю этот бизнес. Наоборот, у меня еще больше будет долгов. Поэтому я и послушала мужа, и закрылись мы. Дальше я пошла работать продавцом на базар у родственников мужа. Там мне платили 200 рублей в день. Это вообще не хватало. Это, ну, я сейчас скажу, это было лет, наверное, 15-14 назад. И тогда я все время была в таком поиске, хотела открыть свой бизнес, но чтобы он был именно такой, где не нужно вкладывать больших денег и который можно будет масштабировать. И у меня всегда в голове сидела такая мысль. Дальше мы открывали уже разные виды бизнеса. И везде, везде, как бы, знаете, хотелось что-то другое. Открываю и потом понимаю, что это не мое, что здесь я не смогу именно подняться финансово, что здесь я не стану как бы богатой, можно так сказать. Вот это слово «богатое», да, для меня всегда пугающее, ужасающее кажется, потому что нас так воспитали, что богатство – это плохо. На самом деле, как говорят, не в деньгах счастье, а в их количестве. И так вот, почти два года назад у меня был магазинчик халяльных колбас. Днем я там работала, вечером я ходила убирать трехэтажное общежитие студенческое иностранное. И ночью я пекла пирожки. Вот так меня загнала жизнь, что я работала на 3 работах. И еще ночью я была в поиске какой-то франшизы, где, чтобы у меня был именно хороший доход. Потому что на 3 работах мне то, что я зарабатывала, мне не хватало вообще абсолютно, чтобы сделать ремонт, чтобы отдать долги за квартиру, чтобы купить мебель, ну, жить хорошо. Вот, и почти 2 года назад, опять же повторюсь, я увидела вот наши красивые упаковки итальянские фирмы Greenway. Мне они очень сильно понравились, я люблю такие вещи.
Вот, и я спросила у человека, которого в магазине лежали они вот в таком виде. Я говорю, а что это такое? Они мне сказали, это салфетки от Greenway. Вот, и я захотела купить. Я купила салфетку для посуды, свою первую. Целый день я была на работе, и вечером, придя домой, я вспомнила, что у меня есть такая салфетка. Быстро побежала за этой салфеткой и купила. Так, что-то там меня слышно же, да? Вот, я купила эту салфетку и вечером помыла посуду. Когда я помыла, я просто была, не знаю, в каком шоке, у меня мурашки по телу были, потому что как раз 2-3 дня назад до этого моей средней дочке, там, 10 лет, и она первый раз помыла посуду, и она это сделала очень плохо, не смыла жир, грязь, да, и вот эту всю посуду положила на полки, где лежат где сушится посуда, на сушилку. Я тогда, у меня была тогда на тот момент мысль, ой, что-нибудь изобрели бы такое, чтобы можно было без фэри мыть посуду, и чтобы посуда была чистая, скрипела от чистоты. И когда я мыла эту посуду, у меня такой щелчок в голове. Я говорю, вот это я и представляла, что чем можно мыть посуду без фэри, это то, что я искала на самом деле. И в эту же ночь я позвонила человеку, кого купила, и сказала, говорю, зарегистрируйте меня, я хочу развиваться в этой компании. Я хочу продавать этих салфеток, я буду их продавать очень много. Меня на следующий день зарегистрировали, и в этот же день я купила разные салфетки, но купила на 10 тысяч, и в этот же день я их всех продала. Когда я их продала, я поняла, продукт идет очень даже хорошо, и тогда я приняла решение, что я буду строить здесь бизнес. Не только продавать, а буду строить бизнес. Действительно, в первый месяц я еще продавала. На бизнес ко мне никто не шел, потому что я вообще два слова связать не могла. Я не могла позиционировать этот бизнес. И я поняла, что вот этот месяц я допродаю и буду уже серьезно обучаться сетевому бизнесу. Вот. Второй месяц уже ко мне пришла в команду мой первый лидер, это Мадина Ирсмикова. Этому человеку я рассказывала, маркетинг показывала раза 3, наверное. И вот третий раз она мне отказала и сказала, ну, давай я у тебя что-нибудь куплю из продукции. И она купила у меня салфетку для мониторов. И вечером она мне, оказывается, вечером она тоже домой также пришла, вытерла свой ноутбук и тоже приняла решение, что будет строить бизнес в этой компании. На данный момент у нее в команде больше 500 человек. Она в квалификации L2. И ее доход почти 60 тысяч. Это круто. Это круто, когда вы являетесь тем человеком, который помог другому человеку выйти на хороший доход. Дальше у меня начали появляться еще лидеры. На 5-й месяц я вышла на квалификацию мастера. Я сейчас вам покажу, кто такие мастера, кто такие лидеры. Потому что здесь новички. И многие не понимают, о чем я говорю. Чтобы быть партнером компании и получать все бонусы от компании, нужно у нас ежемесячную закупку делать почти на 4000. 4000 рублей – это у нас 50 PV. Один PV приблизительно равен 77 рублям. Вот. Для этого, чтобы получать все бонусы, а бонусов у нас почти 8, первый вид бонуса – это личные продажи, личный бонус. Это за ваши личные покупки. Если вы делаете 50 PV, то вы ничего не получаете. Если делаете свыше 50 PV, то у вас по формуле, вы вот по этой формуле можете получить вознаграждение. Больше 50 PV именно, если больше. Дальше у нас идет товарный бонус. Он тоже начинается от 100 PV,
тоже по формуле 10% и на 38,5. Это подарочная условная единица. Это условная единица, которую мы именно у нас она внутренняя единица компании 35. Так, одна один UE равен 35 рублям. И один джифт равен 38,5 рубля. Это в дальнейшем вы узнаете. Маркетинг, можно открыть YouTube и там все изучить досконально, конкретно, с блокнотом, с ручкой. Потому что сейчас то, что я вам буду рассказывать, именно маркетинг, вы сейчас все равно не поймете. У нас есть квалификация. Квалификация S1 – это когда вы уже с команды набираете товарооборот 60 тысяч рублей. Это у нас групповой бонус уже идет. Здесь, когда у вас 60 тысяч рублей, это 850 PV, вы получаете 6% от этого товарооборота и умножаем на 35. Где-то 1500 рублей вы получаете плюс к личному бонусу, товарному бонусу. Еще я вам покажу бонус наставника. Дальше, вот в первый месяц я вышла на эту квалификацию S1. Я вышла практически своими личными продажами. На второй месяц уже с командой я вышла на квалификацию S2, это товарооборот 120 тысяч, 1500 PV. Здесь уже компания платит 12%. 6300 вы получаете уже за групповой бонус. Еще есть квалификация S3, это когда у вас товарооборот 200 тысяч, и 2500 PV это. Здесь уже 18%. Эту квалификацию я пропустила. 15 тысяч где-то получается за групповой бонус уже, как обычная зарплата у нас средняя. Эту квалификацию я пропустила. На третий месяц я вышла на квалификацию лидера. Лидер – это товарооборот у вас 320 тысяч с команды, 4000 PV. 4000 PV. Только у меня было не 4000 PV, а у меня было 6000 PV. То есть с каждым разом мы понимаем, что чтобы выйти на какую-то определенную квалификацию, у нас товарообороты почти в два раза больше. Почему? Потому что такой уникальный продукт. Вот такой продукт, он сам себя продает. И не страшно заходить в бизнес, даже просто попробовать, потому что здесь реально вы увидите результат. Здесь реально вы увидите отдачу. Здесь халявы нету, здесь нужно работать, здесь нужно слушать наставника, то, что вам наставник говорит. Вот 6 тысяч пили, это получается, подо мной был еще один лидер. Вот это Мадина Ирсмикова как раз. Она вышла на квалификацию лидера, и я вышла на квалификацию L1. Это было на третий месяц. На четвертый месяц у меня уже появился второй лидер. Или даже два лидера у меня было на четвертый месяц. Еще новых два лидера. Я была L3 на четвертый месяц. И на пятый месяц я вышла на мастера, потому что у меня уже было четыре лидера. Мастер – это человек, у которого доход от 100 тысяч. Мастер – это у которого компания вам дает Мерседес в лизинг. И в дальнейшем это в перспективе уже пассивный доход. Пассивный доход – это когда вы уже выстроили себе структуру, вы уже открыли свои как бы, магазинчики, масштабируете их. И в дальнейшем моя задача – вырастить вот в ширину еще больше 10 лидеров. Эти лидеры тоже не стоят на месте, они тоже растут до мастеров. Когда у вас выходит три мастера, когда у вас ваши лидеры тоже хотят выйти на Мерседес, на чек от 100 тысяч, и достаточно трех мастеров, чтобы вы вышли на квалификацию грандмастера, у грандмастера доход уже от 300 до 700 тысяч.
Вот все, что я рассказываю на первой презентации, полностью маркетинг я обычно не рассказываю. Еще я могу дополнить то, что вот этот мастер тоже, один из мастеров, он тоже не будет стоять на месте, он тоже будет расти, и он тоже выйдет на квалификацию гранд-мастера. Тогда вы будете акционером компании. Когда у вас один гранд-мастер, ваш доход от 1 миллиона. Вообще 10 гранд-мастеров разрешает компания вырастить, можно так сказать. Вот. Когда у вас один гранд-мастер – 1 миллион, два гранд-мастера – 2 миллиона, и вот так далее. Это же круто, как, не вложив деньги, да, но вложив время, представьте, что через год вы получаете доход где-то 200 тысяч. Вы просто представьте, как изменится ваша жизнь. Она очень изменится, я вам уверяю, потому что моя жизнь за почти 2 года очень сильно изменилась. Я отдала все свои долги. За квартиру у меня был долг почти 1 миллион. Я его отдала за 2 года. И помимо долга квартирного, у меня еще были долги от бизнеса. Вот. Вот это все я сейчас закрыла. Начала делать дома ремонт. Потихонечку начали обставлять квартиру. И это очень круто. Жизнь меняется. Мы уже планируем с семьей поехать за границу отдыхать. Вот. Раньше мы об этом даже и не думали. Просто нужно представить, что вот все, что есть на земле, все блага, каждый человек может их получить. Просто мы сидим в этой замкнутом круге, от зарплаты до зарплаты, с утра до вечера на работе, и времени остается даже мечтать. Просто представьте, что вы... Вот представьте, что изменится в вашей жизни, если вы получать будете в месяц 200-300 тысяч ежемесячного дохода. Жизнь – это штука такая, которая нужно жить один раз. Мы живем один раз, и нужно жить хорошо. Вот. Все нужно делать на энтузиазме. На первых порах, когда человек приходит, он очень сильно горит. И на первом... Первый раз нужно сразу... сначала 3 дня мы обучаемся, дальше мы просто говорим своим партнерам, новичкам, приводите людей навстречу. Приводите людей навстречу. Некоторые просто боятся сделать предложение. Я ничего не боялась, я понимала, что... Просто я увидела в перспективе, как изменится моя жизнь. И поэтому я приглашала всех подряд. Не бойтесь говорить людям, что вы строите очень успешный бизнес с компанией, что это российская компания, и она очень молодая, очень хороший президент, который физик-ядерщик, который создал такой очень шикарный маркетинг, такую идею с нашими продукциями. Наша продукция – это продукция вся наукоемкая, вся производится в лаборатории. За 2 года я свое здоровье поправила. У меня очень много было хронических заболеваний. Хронические заболевания медикаментозно, оно не лечится, лечится травами. Наша БАДа состоит из 99% вытяжек трав. Это вот, например, капсула, да, она состоит из 99% именно вытяжек трав, это самые полезные компоненты. Есть БАДы, продаются там где-то на сайтах, да, и люди их охотно покупают, но там 20% идет трав и 80% крахмала. Это все уже в лаборатории проверено, доказано, поэтому можете даже не сомневаться в нашем продукте. Я не хожу сейчас в рубль-бом, я не покупаю шампуни, которые, да, пластиком, не выкидываю пластик. То есть вот такие шампуни у нас есть твердые. Это просто находка, потому что у меня стаж 20-летний парикмахерский. И я всегда искала очень такой хороший шампунь, чтобы он подходил для моих волос. На самом деле у нас есть 5 линеек наших шампуней. Они разные, для жирных, для сухих. И вот все шампуни я попробовала, и все шампуни подходят для моей головы. Хоть он для жирных, хоть он для окрашенных. Каждый шампунь наш очень шикарный, потому что 3 дня голова остается чистой.
уходит перхоть, волосы блестят. Вот именно то, что я всегда искала для своих волос. Не покупаю зубные пасты, которые травят многие своих детей именно зубными пастами. Просто даже почитайте, наберите состав, загуглите состав ваших зубных паст, и вы увидите, что там очень много вредных компонентов, можно даже так сказать, что там яды. А у нас есть вот такие зубные порошки, у них полностью минеральный состав, полностью натуральный состав и безопасный. Я сейчас не переживаю за детей, что я буду их травить именно вредными веществами, да, какими-то. Просто нужно убрать всю химию из дома. Задача компании очень хорошо это делать, выполняет свою задачу. Вот такой природный антисептик, который защищает на 8 часов. Вы в школу детей отправляете, можете ему в руки отдать, да, в школу, можно дома побрызгать, и все. И на 8 часов ваш ребенок будет защищен на 8 часов. Про салфетки я много говорить не буду. Мне просто привлекает вот это все, вот эти соцветия разные, да, и каждая салфетка работает по-своему. У каждой салфетки есть в составе серебро, которое обеззараживает поверхность, которое убивает все микробы. Купив салфетку в Рубльбоме, эта салфетка за неделю задыхается. То есть некоторые говорят, что 231 рубль – это дорого. С какой стороны смотреть? Дорого, если вы каждую неделю выкидываете салфетки с Рубльбома, покупаете новые, покупаете фэри, покупаете потом лекарства, да, от того, что вы травите себя именно этой химией, откуда идут все аллергии, кожные заболевания. Это все от этой бытовой химии. Я на 1000% включилась, когда попробовала наши пластины для стирки. У меня была аллергия на стиральный порошок. И я стирала вещи именно на терке, терла хозяйственное мыло, кидала в стиральную машинку, и вот так только могла стирать вещи, потому что у меня действительно была сильная аллергия. И когда я увидела наши пластины, их состав, вот тогда я просто была удивлена. Но с каждым разом, с каждым продуктом я просто удивлялась. Как так можно было вообще придумать? Как можно было так создать компанию? И когда я изучала маркетинги других сетевых, просто сравнение нашим, да, с маркетингом, их маркетинги я просто не могла изучить, я изучала там месяцами. Нет, там очень сложно, там все замудрено. Наш маркетинг я выучила за одну ночь. То есть здесь ничего сложного нету, нужно просто разобраться, что такое сетевое, разобраться в маркетинге, разобраться на самом деле в себе, для чего вы вообще пришли в компанию, либо для чего вы хотите прийти. Нужно поставить себе цель на год, разбить ее на полгода, на 3 месяца, на месяц. И обязательно нужно составить список знакомых, кому вы сделаете предложение. Выбирайте сначала свое близкое окружение, расскажите им о продукте. Потому что 80% партнеров и топ-лидеров, которые сейчас в Greenway, они многие пришли на продукт. Поэтому не бойтесь предлагать продукцию, рекомендовать ее. Это флагман нашего бизнеса, который двигает наш бизнес, да? Вот, поэтому подойдите через продукт к людям. Если вы можете предложить как бизнес-предложение, то это еще лучше. Я это не умела делать, но сейчас я могу подойти и как бизнес-предложение, потому что за 2 года очень многому научилась. Вот. Все, наверное. Я думаю, что я раскрыла тему сегодняшнюю. Вот. Я хочу сказать, что в этот бизнес нужно идти обязательно всем, потому что здесь любой человек может состояться, и бедный, и уже кто уже раньше занимался другим видом бизнеса. У нас есть Зубайдат Мурадова, которая пришла с традиционного бизнеса, оставила его с доходом, там где-то 300-500 тысяч у нее был свой доход, но здесь она получают в 10 раз больше. Поэтому предлагайте всем подряд.
каждый здесь человек может состояться. Я пришла с минусом, я была нуждающейся семьей. Вот. Сейчас, когда мы заходим в гости к родственникам, они говорят: о, богатые люди пришли. Ну, понимаете, не это меня радует, а то, что радует мою... Я вижу уже то, что будущее моих детей, оно не будет таким, как было у меня, вот, в молодости. Поэтому решайте, принимайте решение. Ничего вы не потеряете, только получите знания, получите такой продукт, получите, уберете из дома химию, здоровье получите. Вот. Ну и все, наверное. Всем спасибо.